Добрый день, уважаемые спортсмены. Разрешите представить организационный комитет соревнований. Заместитель начальника управления по вопросам физкультуры и спорта Департамента по делам молодежи и спорта Харьковской государственной администрации Подзолкова Юлия. Организатор финала Кубка Украины Сердюк Константин. Председатель отдельного подразделения Федерации спортивного бильярда Украины в Кировоградской области Синякевич Александр. Партнер по проведению финала Кубка Украины Лашин Петр. Судейская коллегия в составе главного судьи соревнований Лиховайда Сергея. Кудовкина Олег. Слово для открытия соревнований предоставляется заместителю начальника управления по вопросам физической культуры и спорта Департамента по делам молодежи и спорта Харьковской областной госадминистрации Подзолкова Юлии. Уважаемые участники, мы сегодня очень рады приветствовать вас в нашем замечательном городе Харькове. Очень рада, что этот турнир проводится именно у нас. Позвольте мне от имени директора Департамента по делам молодежи и спорта Виталия Владимировича Кириленко пожелать вам всем удачи и успехов. Я думаю, что сегодня перед нами стоят будущие чемпионы Европы и мира. Удачи всем, честной и красивой борьбы. Кубок Украины по бильярдному спорту среди юниоров считать открытым. Находите финансы для поездок на всеукраинские мероприятия, особенно юниорские. Годовой план в этом году был выполнен в полном объеме, несмотря на то, что, скажем, у нас в стране довольно тяжело сейчас это все получается. Благодарим все регионы, которые в этом году принимали активное участие в развитии детского и юношеского спорта. Надеемся, что следующий год у нас пройдет не хуже, чем прошел это. Хочется отметить, что в этом году многие юниоры у нас, скажем, покидают нас, переходят в категорию мужчины, будут выступать уже там. Пожелаем им там успехов в борьбе, достижений на международных соревнованиях. Хочется отметить у нас Кузнеченко Полину. Можно вас пригласить? Разрешите поблагодарить Сердюка Константина за то, что набрался смелости. И также спорткомитет Подзолкова Юлию. Большое спасибо.
Все, ребят, всем желаем красивой, яркой игры, пусть победит сильнейший. Слово предоставляется организатору финала Кубка Украины Сердюку Константину. Добрый день, уважаемые спортсмены. Мы очень рады видеть вас в нашем родном городе, в этом светлом клубе. Желаю вам всем уверенности в себе. Не сомневайтесь никогда в себе. И пусть победит сильнейший. Я хочу поблагодарить всех партнеров, учеников, которые мне помогали. И хочу поблагодарить сейчас Лашина Петра Михайловича, как компанию партнеров. Несколько слов. Добрый день, уважаемые дети, добрый день, уважаемые организаторы. Хотелось бы сказать, что организаторы турнира предоставили прекрасное помещение, прекрасный инвентарь. Им большое спасибо. Хотелось бы поблагодарить Сердюка Константина за то, что это первый его такого уровня турнир, пускай он не будет кумом. Но и вас, в первую очередь, вы достигли достаточно высокого уровня, вы все достойны первых мест, ну и пусть победит сильнейший. Уважаемый Андреев Олег, партнер директора бильярдного клуба «Бонзай», за хороший прием. Поддерживать этот клуб всегда качественно. Спасибо. Мне так, мне так. Спасибо. Коломиец Сергей Михайлович, компания «Партнер фото и видеосъемка». Понятно. Все равно все равно. Артем, тренер школы бильярда. Школа бильярда называется «Ариана», я правильно не ошибаюсь. Спасибо большое вам. Также хочу вручить благодарности двум своим ученикам. Это Шугалей Богдан Денисович и Родионов Андрей Александрович. Спасибо вам большое. Спасибо за поддержку в идее создания бренда школы бильярда, школы чемпионов. Я думаю, что вы оставили после себя хороший пример для будущего подрастающего поколения. Я думаю, что у вас еще впереди большие победы. Слово по регламенту соревнования предоставляется главному судье соревнования Литвинову Сергею. Внимание участников. Старшие у нас начинают играть до 5 побед, младшие до 4 побед, девочки до 3 побед. Напоминаю вам об изменениях в правилах, что сейчас отменен технический перерыв минутный. Если кто не знал, чтобы вы знали, да. Так перерыв, все как было, они есть, вот, но технического нету. Если какие-то, понятно, что судей за столами нету, сложный удар, приглашайте, будем разбираться, чтобы потом не было там вопросов, что не так сделали, и скандалили и так далее. Все должно быть честно. Ну и, конечно, всем желаю отличной игры и пусть победит сильнейший. Я еще хочу дополнить информацию такую небольшую. Значит, завтра в субботу в клубе «Олимп» начнется турнир параллельно этому финалу Кубка Украины среди детей от 4 до 11 лет. В нашем городе такие дети есть, в нашем городе есть такие возрастные категории. Мы завтра приедем утром, тоже построимся. Просьба поприветствовать младших участников. Вот. Мы приедем
потом сядем в автобус, уедем отсюда. И будем вам с этого экрана махать ручкой, показывать, как мы умеем играть сюда. Замечательно. Спасибо. Так, собираем.